Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск. А мы начинаем. В среду, 17 ноября, стало известно о смерти ведущей детской программы АБВ «Гадайка» и участницы шоу «Танцы со звездами» актрисы Кристины Смоловской. Некоторые обстоятельства ее ухода из жизни раскрыла художественный руководитель программы Татьяна Черняева. Она рассказала, что изначально артистка попала в больницу с камнем в желчном пузыре. Позже ее выписали домой, однако вскоре стало снова плохо, и она начала задыхаться. Во второй раз Смоловскую госпитализировали уже с подозрением на коронавирус. Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию, и вчера утром она скончалась. «Была на аппарате ИВЛ», сказала Черняева в интервью РБК. Добавив, что окончательный диагноз выдадут в больнице ближе к вечеру. В свою очередь на странице Facebook худрук АБВ «Гадайки» указала, что причиной смерти ведущей стал все же коронавирус. При этом Черняева уточнила, что Смоловская не проходила вакцинацию. В комментариях к посту пользователи оставили десятки сообщений со словами соболезнований. При этом некоторые комментаторы призвали людей как можно скорее вакцинироваться. «Этих смертей быть не должно. Это нелепо и глупо. Народ, перестаньте слушать теории заговоров. Защитите себя, сделайте вакцинацию», написала пользователь Дарья Карташаева. Кристина Смоловская родилась в 80-м году в Москве. Она окончила Рати ГИТИС, играла в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня» и «Аттенуанты любви». На протяжении двух сезонов она участвовала в шоу «Танцы со звездами», где ее партнерами были Марат Башаров и Максим Щеголев. Также актриса 7 лет вела детскую передачу «АБВ Гадайка». Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!